МЧС России направила в Дагестан 200 спасателей из Ростова и Ногинска. Оттуда же поступят 38 спецавтомобилей. Все эти меры предпринимаются для того, чтобы организовать в республике масштабное проведение дезобработки социально значимых учреждений. Спасатели отправляются в регион согласно поручению президента страны Владимира Путина в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе. Подразделение Ногинского и Донского спасательных центров в количестве 140 человек, 26 единиц специальной техники совершат марш своим ходом на штатной технике и с 20 мая приступят к работам по санитарной обработке социально значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей на территории республики. К проведению работ привлечены только аттестованные спасатели. Мероприятия по дезинфекции будут проводиться во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Республике Дагестан и администрациями районов и городов. С помощью специального оборудования спасателями будут обработаны медицинские учреждения, детские площадки, парки и остановки. Для дезинфекции используются рецептуры, соответствующие требованиям Роспотребнадзора и разрешенные для применения на территории Российской Федерации. Спасатели займутся дезинфекцией больниц и общественных территорий вместе с коллегами из Дагестана уже с завтрашнего дня.